Доброго времени суток всем моим подписчикам, тем, кто не подписался на мой канал, подписывайтесь. Сегодня вот я напросился в гости к товарищу, который заказывал камеру заднего вида. Вот, и хотел использовать ее в виде видеоглазка. Вот. Сейчас мы придем к нему домой и посмотрим, как это все работает. Так, вот наша дверь без номера, а вот такой вот глазочек. Вот. Как видите, с виду мне, в принципе, не отличается от обычного глазка. Вот, но это камера. Так, вот такая вот камера, в принципе. Вот, ну что, заходим. Вот так вот проходит проводочка у нас вот здесь вот от камеры. И вот здесь вот возле двери находится сам экран. Вот. Подставочка вот такая вот самодельная. Экранчик 4,3 дюйма. Вот. Питается все это 12 вольт. А в розетку это подключено 220 через вот такой вот переходничок от китайской дешевой новогодней гирлянды. Как это срабатывает? Вам звонят в двери. Оп, вот такая вот записочка. Нажать и удерживать. Вот, нажимаем, удерживаем кнопочку. И у нас загорается изображение. Сейчас я другой рукой возьму камеру. Удерживаем. И вот такая вот картиночка у нас. То есть, вот. Ну, вот эти вот разводы, это кто знает. Камера же рассчитана для автомобиля. Она показывает расстояние до, например, объекта и направление автомобиля. То есть желтыми линиями показаны, скажем так. Просто я сейчас кнопочку отпущу. Вот. Потухнет мониторчик. Вот. Желтыми линиями изображено повороты направления авто. Вот. Ну а цветные линии поперек эти обозначают, скажем так, зоны до объекта, который находится сзади автомобиля. Ну, вот так это работает в домашних условиях. Можно еще это все, я так понимаю, записывать. Так. Вот. Так что вот такая вот камера в домашнем быту автомобильном. Вот так вот выглядит обычный глазок. Вот. Так что, видите, можно всему найти применение. Вот. Также, если вывести, можно микрофончик, здесь вот остался аудио, тюльпан. Вот. И вот видео подключено к монитору от камеры. Вот. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на мой канал.